В Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Магаданской области работает телефон горячей линии по вопросам ошибочной идентификации граждан в качестве должников. Мера вынужденная. Подобные ситуации нередкие происходят в случае совпадения персональных данных нескольких граждан на этапе оформления исполнительных документов. В целях установления факта ошибочной идентификации гражданина в качестве должника во избежание применения мер принудительного исполнения ему следует обратиться по номеру телефона горячей линии нашего управления 654170, а также предоставить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина. Это копии паспорта, СНИЛС и ННН. Звонки от граждан по телефонам горячей линии принимаются ежедневно в рабочее время. После подтверждения ошибочной идентификации гражданина как должника, наложенные ранее ограничения незамедлительно отменяются, а в случае списания денежных средств принимаются меры к их возврату.